Там Exit да, я запустил. Ну, а потом, если что, выложить в Академию. Ага, вижу. Так, дракон, где дракон? Если хочешь посмотреть все эти посадку, это Flight Target, ой, Flight Movement, и там в самом низу, там последние три команды. Это будет там выбор, короче, платформы, посадка автоматическая. И что-то мне там оторвало. Это что за херня, он не стреляет? Дракон! Сейчас стрелял из турели. Ты на... блять, ты весь корабль разъебал, да? Ты ж все равно хотел катапультироваться. Давайте пилотом ко мне кто-нибудь. Вот, вы нам оба корабля разбили. Где дракон? Я не вижу, вон он. Дикий, ты сел? Есть. Ладно, что, пошли это, Дэн, пошли мой корабль, просто твой уже все, капец. Значит, смотри, Айрпак, чтобы моя пушка стояла всегда по курсу твоего носа. А я как это определю, блин? Ты же в Пушкина. Не, чтобы ты к носу, носом противника для себя. А, блин, я, кажется, сел в турель как раз наоборот. Ну тогда ты садись за... А почему у меня теперь не работает прицел? А, ну блин. А, я ж ближайший цель, врага. Ближайший цель. Давай, может, вылезем еще раз, по-моему. А я не вижу его. А не, это я в турели, вижу, я в турели. Здесь не могу. Ты в турели? Да. Ну все тогда. Эй, попал. Ну, чуть-чуть вони. Охрень, блин. Ну что, ты можешь стрелять нормально сюда? Нормально. Могу. А что, воюю только в турели? Воюю только в турели? Ребят, стреляй только в турели, разбил, можно сами стрелять. Корнет улетел сбоку дракона, он просто по центру сел. Давай, Дэн, мочи Айрпака. Блин, они тормознутые такие. Да не читеры, они на гладиаторе вообще летают. Что, есть у кого-нибудь интерфейс прогрузился? Да, Дикей, у тебя есть интерфейс? У меня полностью все есть. Офигеть, а что это такое? Я сел вперед. Блин, а сейчас опять по новой садиться и опять залазить? Ну что, давай знаешь как сделаем, погоди. Найди меня, я сейчас катапультируюсь и в себя сяду. О, вот теперь пошла. Я тебя нашел. А вот теперь у тебя осталась цель? Да, я могу остановись, выбирать двигайся. Цели даже. Дэн, да? Видишь? Кого убирался? Дэна. Вижу Дэна. А кто в нас валит? А это ты валишь? А что за фигня? Почему щиты не работают? О, даже увидишь себя. Я катапультировался, но кажется я... А, вот это. Да ты хорошо, что стреляете? Да дайте, я еще не сел у него. Прощайте. Я случайно кнопку другую нажал. Который не круг, тебя. Так и в чем смысл, я не пойму, я вообще на месте стоял. Да не наркоман, вот здесь прогрузился, нет? Стоял на месте, ждал сита. Гладиатор нагибает. Куда? В смысле, ты его ждал где? В корабле? Ну да, он сказал остановись, сейчас тебе подлечу. А чё они? Я так я все подлетал, они тебя убили. Сберёмся. Блин, турель не вращается. Блин, трудно уловить. Слушай, а что мне с интерфейсом? Нет, я пустил контрмер. Ловушки не запускают, защитов нету. Что с интерфейсом? Глюк какой-то. Ну блин, палиха, игра. А Айрпак это с драгоном летает, да, я так понимаю? Вот эти два оголделых его. Нет, мы с драконом летали. Вы сели, нет? Вдвоем можно оставаться. Не, мы не сели еще. Я жду, когда ты будешь воевать. Иди садись. А вы прилазите? Ё-моё. За хрень, блин. Чё-то у меня ни прицела нету, ничего. Эх, жало. Дайте мне посмотреть турельки, я не... Вообще, интерфейс как оно? Прогружается? Нет? А, короче, это, давай, Дэн, садимся на платформу и это... И не убивайте, пожалуйста, пока садимся на платформу. Да, давайте садимся, когда вот вдвоем уже. Я не знаю, он сам первый полез. Так, он сам полез. По
под выстрел. Он сам полез. Чувак стоит на платформе и пересаживает другой корабль. Он сам полез ее. На платформе? Мы на платформе никого не убивали. А, капитан Джек. Фу ты, капитан Дэн. Капитан Воробей. Я тебя... Да, вот, воробей. Короче, видишь меня? Вот иди туда, где я ее. Что там? Не, все цели были в воздухе. Так, я сел. Кто сел? Я вот сижу на платформе, сейчас вылезу, скажу, какая номер. Кто-нибудь ко мне сюда, я хочу просто... Первый, наверное, сидеть. Если у меня вторая. Капитан, я, короче, сажусь на первую платформу. Я с ней сел, собственно. У меня что-то с интерфейсами, я не вижу кораблей вообще никаких. А, у тебя радара нету? А, не, на радаре вижу, а так не вижу. Так может ты просто далеко от них находишься? Ты просто далеко. Давай, Дикей, теперь ты за руль. Давай. У меня, правда, ракеты сняты, только пятые остались. У меня зато там амниски стоят. Ты на мышке сейчас? Да. У меня на крыльях амниски как раз будешь поворачивать. И платформ не вижу. Вон, на радаре показывает 600 метров до платформы. А она никак не подсвечена. Ты потому что это сам... А, в смысле, это вообще никак не... Даже четырех этих точек нету? Не, я рядом с ней стою, вот 600 метров, а она не подсвечивается. Ну я тебя не вижу, я вот сейчас на платформе бегаю. Ты видишь мой корабль? Только на радаре, а так не могу понять, где он. Ну, а визуально ты его не видишь? Сейчас. Блин, я вам скажу, вид от звуков это тема. Тема. Турельки. Ну попробуй сесть и потом залезть еще раз в корабль. Может быть интерфейс заглючит сейчас, а потом отключит. А вот я тебя вижу, улетел. Если что, ты не кусай рыбак. Ну вообще. Это от третьего лица, почему? Давай, вот видишь меня визуально? Вот, я же его сделал. Да-да-да. На мою позицию садись, вот где я стою. Все, готовы? Готовы? Я готов. Я еще буду флажками махать его. Давай. Так, кто готов? Чуть вперед, на меня еще. О, капитан появился. Все, стоп. Сравнивай. Так что, турель не ловит тут прицел никого, да? Почему? На гладиаторы всех ловят. А я вот сейчас в суперхронете просто сижу с турельки, вот не могу залочить никого. Не, знаешь как сделать? Ты дергаешься, ты, короче, декапл нажми, ну, от этого самого, как ее будет, расцепку, и нажми слегка стрейф вниз, он тебе плавно спустится сам. Ну что, только этот? Дэн, да? Только. Дэн, да? Ну, а как на мышке цель? Ой, давай, цель. А, вот. Цель. Что ты сел? Теперь, короче, выйди, да, и еще потом еще раз зайди. Кто там стреляет? Я. Он с платформы стреляет, по-моему. Ладно, я стационарная огневая платформа. А ты что, один сел? Ну, дракона выкинуло. Так, я второй сел, блин. Садись обратно, сколько того. Вот я так вижу все. Ну, у меня интерфейс есть. А как приблизить? А, приблизить, конечно. Ни хера не приближал. Твои? А? Твои, ты при чем? Я из своих стреляю. А, да. Кто-то там к нам зашел, не? Заканчивается. О, я залочил. Че, я залочил. Только да. Лочить другой кнопкой. Так, против кого? Против Дэна, да? Давай, Арбак, стреляй. Давай. Ракеты. Блин, тут наведение по-другому работает. Тут наведение по стандартному варианту работает. А у меня почему-то другой стало. Повредили. Так стрельни мы ракету. У нас стреляли на
говнюки, получайте. Водить не умеешь. А теперь, попробуйте меня вынести. Погоди, стой, дай я поменяю это упреждение. А чё погоди-то, я-то в турели сижу. Давай, вперед, коняка. Чё, дракона будем перезапускать? Кого атакуем? Кстати, нифига, вот я сейчас посмотрел, упреждение стоит стандартное, а у меня оно другое стало. Прикольно, только дырки остаются от пуль. А кого убиваем, РБК? Да никого, подожди, мы ещё не загрузились. Нас не убивает около. Дима, Никей. Да, да. Подлети ко мне, я хочу попробовать, как оно вообще. Ни разу уж не пробовал. Ничего. Ты посередине, да, сидишь? Да, я. Блин, только я тут расстрелял уже нехило боезапаса. Может твой сесть тогда. Я сейчас расстреляю, посмотрю, может быть еще такая первая коробка. Это самое, Дэн! Стой. Перевернись кверх ногами. А что ты меня... Крен на нос идет. В турели что ли? Кому сказал не стреляй? Да это я. Видишь, тут эти фонари гребаные. Если б не фонари, то можно было спокойно садиться. А так они мешают. Ну Дэна, обидишь? Ну ты мне пушку отфигачил. Ладно, фиг с ним. А-ха-ха. Я тогда в твою сяду, да, Дима? Угу. Мы еще... Сейчас я посмотрю повреждение. Починю. Ну у меня крыла нету и пушки. У меня. А, у меня есть. А у меня есть. И у тебя вроде нормально. Давай я сейчас отдам за пилотское кресло, а ты за турель. Так, я не могу выйти, что за фигня. Нажимаю F, не выходит. Что-то мне пушки перестали стрелять. Да ну, я один был. Я летел на посадку. Ну, давай РБК не будем трогать. Сори. Ну, мы уже отомстили. Всё, облом. Так. Нечаянно нажал. Ну ладно, на этом полетим. У меня что-то пушки не работают. Ого. У меня работают. Ну, только твоими будем. А может тебя кулер разбил? Хотя не кулер, наверное, на меня действовал бы. Может, они тебя отсутствуют вообще, пушки? Ну, у меня передние отсутствуют, эти третьи амнискаи. Да. Может, тебя отстрелили? Так, а почему турель не вращается, не могу воткнуть? О, прикольно, если вид менять в кабине стрелка. Вид из кабины стрелка получается. У меня турель не вращается в суперхорнете. Да, канал типа поврежден. Стационарно. Вон кейс впереди. Будем дракона перезапускать. Дикя, у тебя кто в турель? Походу баг какой-то, потому что турель вот, все, она не двигается. Денис? Да, там баг, там его видно, как Дикей летает, как кусок какой-то непонятный. У него ничего не двигается, и крылья свернулись. Кстати, мне тоже самое сейчас, как вот, как у тебя торпед попал. Короче, система дико недоработанная. Конечно. Чё, продолжаем этим заниматься? Да. А тогда, Дэн, я сажусь на платформу. Я вижу. Этот, перезапускать не будем, клиент? Дайте мне попробовать еще в гладиаторе глянуть, как оно. Он не пишет ничего, он ушел, может. Давай, в гладиаторе. Сейчас я сяду. Ну. Походу, в гладиаторе они немножко получше это дело проработали. Супер Хорнете вообще какая-то лажа. У Супер Хорнета обзор, я думаю, получше из турели. Обзор, но она не вращает, она... О господи, я вот еле успел вылезти из корабля, в меня врезался другой корабль. Дэн, ты говоришь, у тебя 15 лет стажа управления, да? Я то есть не могу залезть, пока ты в воздухе, ты получается что-то типа не сел. Платформа номер 4. Подходите, кто хочет на глазах. Ах, стой, знаешь, что Дэн сделает? Гляди. Завис не в воздухе просто, я сейчас подлечу к тебе.
Да давай я лучше разобьюсь, новый возьму, потому что я без крыла уже. Ну давай, давай. Это прикол, я сейчас смотрю. А, вот ты где сел сбоку, да? Конечно, не сел, сажусь. Вот теперь сел. Ну вижу. Попробуй автоматически. Лучше сбоку. Автоматически ты на эту платформу не сядешь. Она уже занята. Чё-то, Дэн, не туда ты полетел. Пол, я тебя вообще не вижу. Сзади. А, вон, ты заходишь. А, я машу двумя руками с этими, с палочками. Ты с мне там это. Чего? Я, скорее всего, сяду довольно жестко, но надеюсь, что не смертельно. Эй, оу! Ни хрена себе, чуть вперед. Я вон вижу какой-то белый корабль около моей платформы. Тут два корабля развалишь. А зачем ты разворачиваешься? Влево. Я ж вижу, что крыло задевает за эти долбанные трубы. Да нет, ничего не задевает. Короче, так, не так, знаю, что за корабль. Чуть теперь... нос опусти, вот. Остановись, вот, белый корабль, остановись. Все нормально. Белая лошадка. Прррр. О, ты смотри, какая красивая посадочка вышла. Да, стой, куда полетел? А это, завести. Дэн, ты это или кто там? Я вот вишу над какой-то платформой. Вот и виси на ней, не двигайся. А тут за тебя пристраивается какой-то еще один белый. Блин, тут место было, да, для трех кораблей еще. Я просто... Ну, убрать эти фонари, и тут, да, спокойно можно... Так, подожди, я сейчас сяду за... на... место. Главное. А как тут вообще садиться? А, я не зацепил систему. А подойдешь и... Дэн, не двигайся. Подожди, я сейчас заеду. А, я сел. Только меня почему-то сразу же автоматом кинуло в турель. Ну... Так и надо. А, автоматом? Ну потому что... То есть я сразу вид с турели, а сейчас вот опять повторно сел. Прикольно. Где тут фото-то, ёбаный вот. Там? Без пушки кто там ходит? Так. Что, сел Аполло? Да, всё, я здесь, башня. Ну тут совсем другой вид, конечно. Полетели, блин. Бомбить. Ёбаный в рот. А то что, нельзя, получается, корабль садится, пока он висит в воздухе? Да, не, только можно. На площадке. Не, можно подлететь, так же F нажать и сядешь. Как мы садимся? Я упал с корабля и разбился. Ну, турелька намного лучше ездит, чем в супере. Тут турелька намного более... Да, но у тебя прицел, у тебя как бы, видишь, там этот... экранчик внизу. А, я вижу. Оно, короче, тут просто точка упреждения. Назад можно стрелять, прикольно можно. Ой, я ничего не разобрали. Быстро как у нас разбили. Ну если честно, да, тут я заметил, что это с парой выстрелов. Да, погоди, пока не садись, я сейчас сам сяду. У меня щит стандартный стоит. Короче, на авианосец нам пока нельзя. А Вик весь раздолбаем. Особенно посадку. Так я же говорю, да? Еще тренится и тренится. Ну что могу сказать? Им эту систему еще допиливать и допиливать. Интересно, если хорнет. Катапультироваться в платформу прям, разобьешься? Надо сейчас поэкспериментировать. Аэрбак, а когда с ондулами летали, не было маркера упреждения, да? Нет. Вот, видишь, я же говорю, то есть там ну, как бы... Делали. Интерфейс этот не прогружался. А что за фигня? А-а-а, прикол, бред ты его. Я, короче, сейчас подлетел к платформе, перевернулся, ну, кверх ногами, ну, чтобы катапультироваться да. в платформу. И он катапультируется не в платформу, а вовнутрь корабля, получается. Я не могу от платформы оттолкнуться и к тебе подлететь, нет? Тут такого нету?
Можешь подлететь? Кстати, прикол, я еще катапультировался со своего корабля, и в него же опять залез. Тут половина корабля отсутствует кабины, но я летаю в кабине. На третью площадку я сажусь вообще. Ой, блин. А ладно, но я сел. Кто хочет еще в гладиаторе полетать? Да, что тут происходит вообще? Это самый там. Прикольно, у меня на плоскости лежит кусок твоей кабины. Дикей, ты так же где Смотрим. Давай пробуй ТНТ залезть мне в эту кабину, в эту в турель. Лезу. Вот интересно, почему в игре можно походить вокруг Суперхорната, а в ангаре нет его у меня? User entered your channel. Это сам, не, это я в кабину сел. А, ты в свою залез? Ну ладно, тогда давай, короче. Давай, давай. Поднимись. Да подожди, я сейчас еще раз вылезу. Так что делать-то? Видишь меня? Попробуй залезть, когда я в воздухе, в мою кабину. Ну, в смысле, в турель мою. А как мне к тебе подлететь? А ты пешком не бегал никогда? А ты там смело беги в пространство. Ну, уже лучше. Ну, уже да. Слушай, может, давай попробуем на супере? Может, кстати, сейчас Дикей летишь. Это Дикей, это не тот корабль. Он тебе возьмет в рабство. В другой корабль бери. Меня что-то вообще понесло в сторону. Хочешь на супер в турель посидеть? Ну да, попробуй все-таки. Тогда просто у нас корабли немножко побитые будем, может из-за этого баг был. Да, там наше управление, там, короче, ВСД, это вперед-назад, лево-вправо, а пробел это вверх, а Ctrl это получается вниз. А на Shift получается тоже буст, как бы у тебя идет. Так, а я вообще. А, вот. Да, еще ты можешь разбиться, если очень сильно разгонишься и что-нибудь режешься. Вперед на месте? Не, подожди, сажусь. Да, все, полетели. Вот, теперь все работает, двигается, да. Знаю, что же нормально. Обзор, конечно, лучше, чем на гладере. А, да, если нажмешь на Б еще, у тебя примагнитятся ботинки. А, ну что, надо вы ставить ногами. А, он еще не поднялся. Сид, вы там как? Еще так, не готовы воевать? Нет, мы тут все пытаемся оперативно залезть в кабину. Где тогда? Ты так прикольно, он ползает по кораблю. Ползать-то ползают, а что-то не появляется это, интерфейс слушай, захода. Рыбак, а ты в Суперхорнет залазил на этом, ну, в воздухе? Да. А там, то есть тоже, да, да, вот в то же место, где на земле, когда сидишь, там же там где-то Ева должна быть, да? Да. Чё-то пока не, да там не важно. А, вот Дикея, давай Дикея попробуем. Подлетаешь. Дима, давай если попробуем тебя от турельки повылавливать. Тебя... А ты от нас поутекай, постреляй. А что это было? Это было... Что-то такое нехорошее. Дэн, ты не нашел, да, место это, где там садится? По-моему, это должно быть слева от меня. По-моему. А вот где? Ты попробуй примагнитить к корпусу. Корнеты. Ботинками. Интересно, если в воздухе прострелю его, он умрет? Конечно, под турель надо полностью настраивать по-другому мышку, потому что пока ты ее развернешь назад. Андрей, мы там это, сейчас за зону. Чего мучаемся? Давай на платформу сяду и. Так а я давно разбился, у меня не было корабля. У меня вообще завис. Как не было? Я в корабле сидел. Да, я тебя спросил, что это было, у меня не было. Я как бы. А, у тебя не было? А я думаю, что за фигня. Я думаю, мы. Они мне, видишь, управление не передали. Разбился я в платформу. Я, короче, завис, походу.
не знаю, что это. Нет, что мы мучились, я просто хотел попробовать, можно ли в корны так же. Ну не знаю, я примагнитился, ты же видел, я облазил весь корабль. Да, да, видел. Нифига. Ладно, пора мне за женой в деревню ехать. Вы завтра будете? Кстати, Стив, ты там в зачетке отпишись у Дэна, что провел занятия. Можно сказать, даже он первый, наверное, курс уже сдал, этот базовый. Как ты считаешь? Да-да, он нормально летает. Он до вандалов. Но мы с ним дошли до 18-й волны. Вот. Ну, завтра можем уже в паблик с Дэном. Пилотами, и там, если все нормально будет, выпустим тебя из академии. Добро. Ну, заходи. Ну ты, Дан, короче, еще сам это, полетай сам в это. Ну, конечно, я сегодня, да, помучаюсь. Я к тому, что я скрин-то не буду ложить наш полет, ты свой скрин потом делай. Ну, конечно. Ну что, заканчиваем это непотребство. Все, всем спасибо, всем пока. Давай, счастливо. Пока. Давай. Чем, может, в квадроне попробуем полетать или в рояле?